В Южноуральском государственном университете стартовал ежегодный курс лекций для школьников. Будущие студенты имеют возможность получить базовые и углубленные знания о профессиях и с помощью преподавателей нашего университета подготовиться к ЕГЭ. Приоритет отдается опытным преподавателям, потому что дети, то есть это не студенты, их нужно заинтересовать. У них, если говорить о нашем предмете, то предмет сложный, он профилирующий. И мы читаем его на факультете по учебной программе со второго курса. То есть это студенты, которые уже прослушали какие-то общеправовые дисциплины, и у них есть какая-то подготовка. У детей, у школьников такой подготовки нет, хотя у них там есть, конечно, какие-то там правовые уроки и так далее. Поэтому мы сочли, что только опытный преподаватель, причем взрослый, может как-то заинтересовать. Лекции юридической школы – это место, где школьники могут узнать, где находят свое применение юристы и в каких направлениях могут строить свою карьеру. Опытные преподаватели делятся со слушателями как последними достижениями, так и каноническими знаниями юриспруденции. Большой опыт для меня, подготовка к возможной моей будущей профессии. Мне данные темы, которые раскрываются в данных лекциях, очень интересны. Это помогает мне в подготовке к урокам, по обществознанию, по праву, в участиях в олимпиадах. Занятия для школьников проходят на бесплатной основе и будут продолжаться на протяжении всего оставшегося учебного года.